Ребята, это вторая часть этого видео. Смотрите, это уже платформа, это станция. Короче говоря, это станция школьная называется. В общем, сейчас еще, если что-то будет, я вам скажу. Вот, ребят, короче, смотрите. Там какие-то, короче, какие-то пацаны там стояли. Вот вы только что видели, там какие-то пацаны, короче, на платформе стояли. Они там курили, видимо. И вот, смотрите, наши они тоже гуляли уже по этой железной дороге сегодня. И вот видите следы их. Значит, кто-то уже ходил по этой дороге. Что, давайте будем бежать. Все, давайте здесь бежать. Здесь удобнее. Вон, смотрите, опять собачьи следы. Тоже они что-нибудь там делают. О, что это такое здесь? А, слушайте, там на станции Пионерская, тут 4 станции. Я вот в начале первого видео был на станции Юность. Только что вот прошел платформу Школьная. Следующая... А, стоп, подождите. Эта станция, это станция Детская, короче говоря. Следующая станция Школьная, блин. Места недостаточно. Ай, ну, меня тут предупреждают вечно. Постоянно. Вот. Следующая. Я только что прошел платформу Детская. Следующая Школьная, а потом будет конечная Пионерская. То есть вот 4.